Сегодня президент России Владимир Путин в обращении к гражданам объявил частичную мобилизацию в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Ей подлежат граждане, находящиеся в запасе. Прежде всего, это те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет. Служащие по призыву не будут отправляться в зону специальной военной операции, и всего будут призваны 300 тысяч резервистов. В военкомате Карелии сообщили, что работают в штатном режиме, никаких комментариев пока не дают.